Пример Снежаны Атлановой, пожалуй, как нельзя лучше доказывает, имя человека влияет на судьбу. Вот уже 2 года девочка занимается лыжными гонками и добилась успеха, заняла 3-е место на соревнованиях в родной Ивантеевке. На фестивале «В будущее без границ» царевна Лебедь тоже не скучала. Дели куклы, шарики, божью коровку сделали. Этот фестиваль Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья – 8-й по счету. Первые 4 прошли в Ивантеевке, остальные – в Одинцово. За время его проведения организаторам удалось добиться многого. Мне радостно от того, какие мы пробили все вместе льготы для детишек. Пробили, потому что не в каждом регионе я знаю такие льготы. Это большое наше достижение. Мне радостно, что эти мамочки теперь проводят время вместе. Мне нравится, что детишки не чувствуют себя ущербными, ущемленными, изгоями, как это было вот еще совсем недавно. В этот раз фестиваль «В будущее без границ» посвящен году театра. Пока малыши пробовали себя в роли кукловодов, ребята постарше участвовали в постановках, а кто-то предпочитал более спокойные занятия. Взяла ткань, 2 резиночки, косыночку, веревочку, палочку и головку. Кукла Карина веселая и игривая. Впрочем, у каждого ребенка она получается своя. В этом и прелесть мастер-класса Клинского реабилитационного центра «Радуга». Это развитие мелкой моторики. Это замечательно развивает и воображение в том числе. Они сегодня выбирали, какое они будут делать платьишко, то есть какую косыночку, что им нравится это делать самим. И нравится то, что они, то есть, ушли с результатом. Несмотря на жару, в волейбольный центр приехали гости из разных уголков Подмосковья. Это родители с детьми, представители некоммерческих организаций. Название фестиваля «В будущее без границ» говорит само за себя. Все мы разные, но при этом равны. Когда сами инвалиды перестают бояться, да, выходить в общество, и общество ближе знакомится, и одни и другие понимают, что не надо друг друга бояться, это абсолютно, мы все разные, и в этом, наоборот, фишка, да, в этом прелесть. Ардип – это большая семья мужественных, невероятно терпимых, невероятно добрых родителей, которые на самом деле, знаете, я всегда у них учусь любви. Потому что настоящая любовь здесь, у них. Вот надо у них учиться любви к своим детям, несмотря ни на что. Границы в наших головах. Об этом почти в один голос говорят почетные гости фестиваля. Но подчеркивают, создать доступную среду бывает гораздо проще, чем победить предрассудки. Пандусы в образовательных учреждениях, тактильная плитка на улицах населенных пунктов, общественный транспорт, удобный для маломобильных жителей, развитие коррекционных учреждений. Одинцовскому округу есть чем гордиться. По доступной среде Одинцовский округ в лидерах в Подмосковье. Но для нас она пока условно доступна. Еще есть чем заниматься. Много объектов, требующие дополнительные элементы. После мастер-классов можно немного побегать с друзьями под песни Дианы Гурцкой, которая своим примером не устает доказывать, никаких границ на самом деле не существует. Евгения Августина, Евгений Голиков, телекомпания «Одинцово».